Это наш счетчик, вычислитель количества тепла и потребления горячей воды. Елена Колганова, председатель ТСЖ дома на Осипенко, рассказывает, что общедомовой прибор учета жильцы установили уже много лет назад и не пожалели. Счетчики сами по себе не помогают экономить, они только фиксируют цифры, поэтому вместе с прибором учета жильцы поставили автоматическую систему регулирования подачи тепла. И теперь выгоду может заметить каждый собственник квартиры. Если, допустим, к примеру, взять квартиры без счетчиков, те общедомовых, которые платят по нормативу, они в среднем где-то за трехкомнатную квартиру платят на 350-400 рублей больше, чем мы. В Самарской области только 40% многоквартирных домов оснащены общедомовыми приборами учета, хотя по федеральному закону установить счетчики нужно было еще до 1 июля 2012 года. Если до указанной даты все это сделано не было, то после этого времени уже в работу включаются ресурсоснабжающие организации, каждая по тому ресурсу, который она поставляет, и устанавливает, соответственно, общедомовые приборы учета. Теперь управляющие компании и собственники квартиры обязаны обеспечить представителям ресурсоснабжающей организации доступ к месту установки общедомовых приборов учета и не препятствовать их вводу в эксплуатацию. Ресурсники сами поставят счетчики, но оплатить их придется жильцам. Ресурсоснабжающая компания обязана установить там общедомовой прибор учета с перевыставлением всех расходов, понесенных на его установку, на собственников жилых и нежилых помещений. Единственный момент, что там для граждан, для населения может быть предоставлена рассрочка на срок 5 лет со ставкой не более ставки рефинансирования ЦБ процента за пользование денежным средством. В прошлом году более 400 домов в Самаре уже оснастили общедомовыми приборами учета. В этом году счетчики на горячую воду и теплоснабжение установят еще в 189 домах. Светлана Кудрявцева, «События».